Вовремя я пришел. Да. Начинаем? Ну, в общем, чтобы долго не считать вам, я расскажу коротко и понятно. Есть Пулковская обсерватория. В Пулковской обсерватории очень много умных ученых. Но бывают выдающиеся, которые придумывают такие вещи, которые остальные профессора и ученые не очень любят и не очень понимают. Так случилось, что мой соавтор и супруга Елена Вадимовна Губанова, когда не поступила в институт Репина, год работала у Козырева уборщицей и убирала пыль с его тончайших приборов, которыми он ловил время. И он был сторонник такой, как самый образный вам расскажу, что когда яблони цветут, время останавливается. А когда гремит гроза и хлещет град, время идет быстрее. Конечно, мало кто разделял эти его идеи, но вот она, как художник, реализовала это так. То есть перед нами экран большой, по которому плывут белые облака на черном небе. Прикреплены 4 датчика, каждый датчик циферблату часов. И как только он попадает на черное, время идет быстрее и решительнее. А как только на белое, оно замедляется. Идея простая, что чем мы больше любим друг друга и дружим, у нас нет ни времени, ни мыслей. А когда мы попадаем на темное, у нас есть время и мысли. А мысли, они нам нужны для чего? Чтобы родить массу проблем, которые потом эти же мысли будут пытаться решить. Вот, собственно, о чем вещь.